Вторая песня это песня Надежды Сосновской. Это Господ. И он посвящен королеве Господа Махалии Джексон. И Надежда Сосновская начинила эту песню, этот Господ цитатами, отсылками к песням Черного Юга. Некоторые из них были сочинены в 19 веке, некоторые чуть позже. Песням рабов, написанных, сочиненных с мечтой о свободе. Так далеко от дома. Sometimes I feel like a motherless child. Oh, sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. Вьется тропа в гору и под откос. Так далеко от дома. Так далеко ветер меня унес. В воздухе дрожь, близости урагана. В теле земли раны былых погон. Душу студить водами Иордана. Поздно уже, слишком силен огонь. Боже, скажи, той ли иду тропою, домой далек или подать рукой. Там наверху, в горних твоих покоях, слышишь ли ты голос усталый мой? Снова тоска манит меня в объятия. Боже, прости мой одинокий страх. Где вы теперь, сестры мои и братья? Я сирота, перышко в небесах. And I say, roll, Jordan, roll. And we say, roll, Jordan, roll. Hallelujah. My soul will arise. My soul will arise in heaven. Jordan, roll. And I say, roll, Jordan, roll. You say, roll, Jordan, roll. Hallelujah! My soul will arise. My soul will arise. День или ночь, Господи, я ослепла. Путь мой исчез в этой пустынной тьме. Сердце в груди горстка немого пепла. Летом в душе власть отдает зиме. Путь предо мной долгий и незнакомый.
меня зовет. Как мне дойти, как мне дойти до дома, прежде чем смерть имя мое возьмет. Большое спасибо, Бахтер, люди севера.